Однажды в Россию выписали 300 специалистов из Европы. Врачей, горных мастеров, металлургов, оружейников, строителей. Должны были приехать к нам, обучать новым технологиям. Получили задаток существенный. Ливонцы всех их задержали, арестовали и даже продержали без суда, без всякого, несколько лет в заточении. Мы пытались построить порт на реке Нарва, чтобы получить хороший выход к Балтийскому морю. Не выпускали наши корабли оттуда, потому что, опять же, конкуренция, экономика. Не хотят выпускать русских купцов к прямой торговле в Европу. Поэтому речь не идет о какой-то исключительной агрессивности Грозного. На земли ослабевшего Ливонского ордена зарились все соседи. И вопрос заключался только в том, кто первый нападет. Ближний член избранной рады Адашев, отвечавший за внешнюю политику, нашел замечательный повод для начала боевых действий. Выяснилось, что Ливонский орден очень много должен Москве.